Почему в нижегородских магазинах сахара нет, а у спекулянтов он есть по тройной цене? Сегодня мы получили видео-ответ на этот вопрос. Рано утром в магазине «Перекресток» продавцы с черного входа загружают автомобиль десятками килограммов сахарного песка. А когда мы поехали в этот магазин, чтобы получить комментарий у продавцов, мы увидели, что продавцы не только загружают неизвестные автомобили сахарным песком, но и прячут этот сахарный песок себе под прилавок. Почему вы сахар не выкладываете в зал? Все начальство. А чей это сахар? Неважно. Неважно? Подробности этого сахарного скандала сегодня в программе «Кстати» в 7 вечера на телеканале «Че».